Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас день второй. Попытаюсь найти Алексея, который будет участвовать, я надеюсь, в нашем видеосюжете о том, как переехать в Америку с казахским паспортом без денег. Мы будем снимать его подготовку, как я говорил. Так, мы сейчас идем второй раз на мойку. Я был здесь позавчера. Посмотрим, здесь ли Алексей. Привет, как тебя зовут? Алексей. Алексей, откуда приехал? Из Казахстана. А сколько находишься в России? Плюс-минус 3 года почти. Нравятся заработки там и так далее? В принципе, неплохо. Как то же самое, что и там, но единственное, то, что сюда приехал. А в Америку хочешь? Честно, да. Есть знакомые в Америке? Нет, пока. А почему в Америку хочешь?